Порядок выплаты компенсации льготным категориям граждан за жилищно-коммунальные услуги изменился с 1 июля. Раньше эта мера поддержки была авансовой, то есть деньги льготникам приходили до того, как был известен фактический размер начислений. Теперь таким гражданам компенсация будет предоставляться после истечения расчетного периода. Перерасчет произведет многофункциональный центр на основании сведений, которые получит от организации ЖКХ или от самого льготника. Мы рассчитываем, что примерно к 20 сентября мы уже с этим объемом расчетов справимся. И те льготополучатели, кто получает эту выплату через банковскую систему, они до конца сентября за август получат выплату. Те, кто получает через почтовое отделение, те выплату за август получат в октябре. Меру поддержки в виде компенсации платы за ЖКХ получают более 19 тысяч жителей ЕАО. Это инвалиды, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, участники и ветераны Великой Отечественной войны, реабилитированные граждане, ветераны труда, многодетные и приемные семьи. Никита Натапов, Кирилл Богаченко, Новости 21.